Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем проводить испытания трех аэраторов. Один аэратор – это вот такой вот стандартный, который стоит во всех смесителях, просто по умолчанию при покупке. Вот такого экономичного аэратора китайского, который можно встретить на рынке часто. И нашего аэратора компании Ilsud Service. У нас есть специальный пакет для измерения проходимости воды. Нужно будет подержать просто 10 секунд, и тогда мы поймем, какая проходимость воды литров в час. Вот, я вот поставил телефон с секундным миром, и будем просто засекать 10 секунд и смотреть, сколько воды наберется в пакет. Так, сначала ставим обычный водоаратор. Так, получилось около 10 литров, ну, около 10 литров в минуту. Ну, струю видите. Меняем аэратор на китайский экономичный. Подождем 40 секунд. Видите, струя значительно стала уже. И засекаем. Так, получилось 5 литров в минуту. Чуть меньше. Наливаем. Маленького. Да, я видел, запишу. Так, и вот теперь наш модератор. Подождем крепить. Я более долго. Чуть больше 4 литров в минуту. 4-4,5. Все, спасибо за внимание.